27 мая. РИА Новости. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ином выразил надежду на проведение встречи на высшем уровне между США, КНДР и Южной Кореей с целью официального завершения Корейской войны. Если саммит США и КНДР пройдет успешно, я хотел бы увидеть стремление и попытки официально завершить Корейскую войну путем проведения трехстороннего саммита с участием Южной Кореи, КНДР и США, подчеркнул он. Вместе с этим Мун Чжэ Ин отметил, что пока не достигнуто консенсуса относительно того, когда и как может быть проведен трехсторонний саммит, а также относительно того, что необходимо сделать для его реализации. Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пхангмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле,